Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил поучаствовать в игровом конкурсе. Называется он Фенджерм. Его тема была создать игру, где персонаж не может остановиться. И я подумал и придумал идею для игры. Цель игры — уворачиваться от летящих в тебя предметов в цеху. Ну что ж, приступим к созданию. Первое, что мы делаем, это персонажа. Он пока что будет выглядеть вот так, и да, это пока какой-то красный чубрик, но вскоре я его заменю. После этого я добавил управление персонажу, и это уже выглядит довольно неплохо с учетом того, что я делаю игру в сильной спешке. После того, как я сделал управление, то добавил объекты, которые будут лететь в нас, и выглядит уже очень прикольно. Позже добавил их намного больше, теперь есть даже арки. Потом я добавил линию как на конвейере, и это уже очень классно выглядит. После этого я задумался, почему вокруг нас пустота, и решил добавить немного окружения вокруг. Дальше я добавил небольшие стенки. А потом решил добавить стенки по бокам и поменять цвет фона, и чем-то теперь моя игра напоминает All of Doom. Также я поменял главного игрока на вот такого, и он более прикольный. После этого я добавил строй материалов на локацию, и выглядит уже прекрасно. Потом я добавил монетки, и посмотри, что вышло, как по мне, очень даже достойно.